Всем привет! Это новости из Турции. Власти Турции сняли последние антиковидные ограничения. Необязательным назвал ношение масок глава Минздрава страны Фахриддин Куджа. Исключением являются больницы, отметил министр. Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше 1000. Цитата. «Мы можем при желании не носить маски везде, за исключением больниц. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь», – отметил Куджа. За последние сутки в Турции было зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. Летальным исходом закончились две из них. Ранее правительство страны заявляло о возможности сворачивания антиковидных ограничений, если суточное число заражений в течение 3 дней подряд будет меньше 1000. При этом правила въезда в Турцию остаются прежними. Всем, кто старше 12 лет, необходим ПЦР или тест на антитела, либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенной болезни. Хэскод отменен. На фоне этого заявления гендиректор Turkish Airlines Белал Экши также сообщил, что маски на внутренних рейсах авиакомпании пассажирам больше не нужны. Что касается международных маршрутов, то требования будут зависеть исключительно от правил страны прилета или вылета. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!